тему изменили немножко. Я стал лихорадочно смотреть в своей тетради, которую мы сидели, не нашел такой стихотворение. Но я перед тем, как читать, хочу сказать, что я хорошо помню этот день, 9 мая, в Смоленске. Канонада, крики «Победа! Победа! Победа!», слезы радости, слезы утра, конец войне. Мои мама и отец с войны не вернулись. И боль не утихла, и память жива. Они лишь крепчают от года. 9 мая – это день сияния солнца, цветения весны. И пусть никогда не случится война. Это там предисловие о стихотворении я нашел для себя посвящение солдату. Свою историю мы знаем. Да разве можно нам не знать? О тех легенды мы слагаем, кто мог отчизну отстоять. В те годы страшные, лихие, когда врагов пришла к нам тьма, земля пылала и молила: солдат, спаси, спаси меня. А он за родину в ответе встал грудью против черных сил, и смерть свою в бою он встретил, но и врага остановил. Кто видел, как земля горела, и как стоял там стон и плач, как сердце выдержать сумело, чего словам не передать? За мир ведь боремся недавно, со всеми дружными живем. От разрушений и пожаров планету сообща спасем. И обелиск стоит солдату там у подножия цветы. Мы помним все свои утраты. И не забудь об этом. Thank you.